О, здорово, командир. Что случилось? Командир, извините, пожалуйста, я не сам откуда, смотрите. Что такое? Я сам Тома по Германии. Германия есть большая проблема. Идем на похор. Умер один человек на Питер. А нету деньги на бензин, чисто клянусь Иисус Мария. Смотрите, я тебе даю мору золоту. Делись деньги на бензин, идем на похор на Петербург. Дорого помочь. Стоит. А? Дорого стоит это. Сколько хочешь тебе, идем на похор. Дай помочь, папа. Тебе хорошее сердце. Понимаешь, у тебя беда взять по дешевке я не могу, а у меня денег нету больших, понимаешь? Сколько есть? У меня денег там может быть 150-200 рублей до Москвы доехать на топливо. Сколько? Я из Новосибирска еду. Куда? Из Новосибирска я еду, деньги кончились у меня. Новосибирска? Новосибирск, город такой. А что ты поехал в Россию без денег? У меня еще деньги даю на работу, коробка, на механика, автоматика. У тебя машина? Ага. А нету деньги, забрали все деньги механик. Дай, пожалуйста. Так у меня нету денег, говорю. Смотрите, слишком, дай помочь. Слишком дорого. Это дорого, я думаю. Дайте только 5 тысяч на бензин. Да ты что? Такие, откуда такие деньги? Чисто клянусь, пекюсурону макушку. 20 пиц. Цепочка 30. Есть? Есть. Цепочка есть? У меня есть. Покажи цепочку, я цепочку куплю. Сколько хочешь на цепочку? Цепочка есть. Ага. Антамогланс. У меня есть цепушки, есть хорошие цепушки. Дамка нету деньги, едем на Петербург. Понимаешь? Петербург. Из большой, из дорого. А откуда вы сами? Я сам Турция. Смотрите. И что, это визитка, что ли? А как тебя звать? Смотрите. Сколько это стоит? Дай тут 10 тысяч, все. Сколько? 10 тысяч. Вот это 500 рублей дам. Сколько? 500 рублей. 500 рублей? 400 рублей, 500 рублей. Это не золото, у меня такие есть. Сколько есть? Вот такие у меня две штуки я купил в Омской области в прошлом году. Меня обманули там. А сколько дашь? Вот за это? 300 рублей дам. Ты меряйте еще кашуне. Нагна, брат, давай. Ну что ты? Жалко, не надо помочь. Хорошо. Ну ладно, счастливо.